1942 году, как единственный в России, в Советском Союзе, когда ВУЗ был занят вопросами технической безопасности. Первые три кафедры, которые были созданы в Эрмерке, были направлены на подготовку конструкторов в области артиллерии, боеприпасов и морского оружия. Но за это время ВМР претерпел некоторые виды развития. ВМР открыл гражданские специальности, связанные с профильными военными направлениями. И произошла в ВМИХе определенная гуманитаризация направлений. Открылся факультет международного промышленного менеджмента, который готовит экономистов, политологов, специалистов математической лингвистики. Ну и как выяснилось, все эти направления в современном мире, и техническая безопасность, и артиллерия, и ракетостроение, а все связано с гуманитарным направлением, которое в Америке существует и развивается. Ну и сегодняшняя конференция как раз и направлена на то взаимодействие гуманитарного направления и вопросов политической безопасности, которым в Эрмете занимаются процентов 70 специалистов. У нас все специальности обороны технические направлены на разработку современных методов вооружения, противодействия, вопросы информационной безопасности, космической безопасности. Конечно, сейчас говорить о том, что мы стоим там на грани какой-то войны, не будем. Но, безусловно, и Третья мировая война возможна, и любые угрозы возможны. И, конечно, если сейчас готовится какой-то оборонник, то удары, скорее всего, будут нанесены с космоса по земным объектам. Поэтому сейчас вопросы встали не просто локальных каких-то актов безопасности, а вопрос стал глобальной безопасности. И космос сейчас представляет собой достаточно сложную систему. И боевые спутники различные, и беспилотные летательные аппараты. И все это, конечно, завязано, вот так, раз это стало уже глобальной проблемой, на вопросы и глобализации, и социологии, и на политические, и гуманитарные направления. Поэтому мы с удовольствием приветствуем проведение конференции, вроде бы на первый взгляд не так тесно связанной с основным профилем нашего вуза. Наш профиль — это фактическая безопасность, комплексная безопасность с огромным удовольствием. И мы считаем, что эта конференция будет полезна и техническим нашим специалистам,